на перших. Далі ви зігнетесь на ноги і підете вже вперед. Тому, ну, якщо хто з вас обере щось пов'язане з тим, чого я вас учив, це, ну, десь знадобиться українська мова. Ким би ви не були, залишайтесь вам. Людиною. Да, будьте людьми. Те, що залишається, знаєш, що ти людина. І більше я нічого не хочу сказати. Можна взагалі бути без освіти. Просто це зараз вам чогось лячно. Та як це? Я що, всі кудись йдуть, кудись правильно. І з освітою. Але можна бути, вибачте, без освіти, але бути справжньою людиною. І можна мати три освіти, а не бути. Тому будьте людьми. Не забувайте, звідки ви вийшли. Бо дуже незручно йти. Мені було, я вже 20 років як закінчив школу. А коли приходиш через 20 років, ну це ще важче попереду, дуже дивно бачити своїх товаришів, а там вчителі, які ще залишаться живими, вони питають, скільки ти раз був у школі? І мені дуже соромно було сказати, що я був у школі, ну, за 20 років після її закінчення, раза три. Ну так виходило, що я ж у цій школі, я додому приїжджаю, вона або закрита вже. Правильно, вас учать, але ж і ви те, що ми навчили мене. Те, що ви сказали, завжди... Може, правильно мені зробили зауваження, це теж люди. Тому оцінки вам будуть ставити. Вже не вчителі, це буде набагато серйозніше. Оцінки поставить життя. І як писала Ліна Костенко, що життя в нас іде. І все без коректур. І все без коректур. Так, Наташа? Воно скоригувати дуже важко. Тому намагайтесь. Хоча, як ви всі чудово розумієте, як вона написала, що помилки будуть. І вас будуть прикрі, може. Рядки. Може, будуть такі моменти, що дітям не захочеться розказувати. Але все-таки будьте в тому, що вона написала в останніх рядках. Людині бійся душу шукати, бо в цьому скинеш. То вже от в цьому якраз помилятися не можна. В іншому помиляйтеся. Набивайте шишки, учіться на досвіді. Ну краще, я кажу, розумні вчаться на чиїх помилках. На чужих. На чужих. На дурні. На своїх. Учіться на чужих. Розуміли? Дивіться, співставляйте, оцінюйте. Ну і дай Бог вам кажуть. Мені просто не віриться, що в мене вже не буде 11-го, а оцього будуть інші. І мені всі кажуть, а ви ж нас не забудете. А ми ж такі одні. Я скажу так, що мені буває дуже незручно, коли я там когось забуваю. Ну буває, вже багато вийшло. Так сталося, що я там в 11 класах не буду плакати, собі багатенько сидити. І коли йде якась тітонька з двома дітьми, каже, ви мене пам'ятаєте, я Лена. Я кажу, да, а сам же ж починаю прокручувати, що це за тітка з двома дітьми, а для неї породжати дядько стоїть, який теж каже, що мене знає, я його вчив 7 класу. Ну це, щоб ви теж не ображалися. Солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Я
солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война. Теперь ты довольна. Я солдат. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама, залечи мои раны. Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Мама, залечи мои раны. Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Пять, трой. Кто? Чаще Бойко. Я. Будьте строены на три шага. Есть. Подожжем на три шага. Понял, да? Да. Налево. Хоп. Направо. Хоп. Руб. Хоп. Налево. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи.
часто Тимофей по вашему приказанию прибыл. Прошедшего уже 23 и грядущий 8 марта. Я хочу сказать, что вы еще такие молодые, все красивые. Вот. И я хочу пожелать, значит, прежде всего, значит, ребятам прошедший праздник, значит, это вам быть сильными, мужественными, красивыми и хорошими. То есть, ну, достичь всего, чего хотите пожелать себе в жизни. А девчонкам хочу пожелать нежности, красоты. Всего-всего, что может пожелать, это как любая девушка, чтобы ваши мечты, девчонки, сбылись как 8 марта, так и следующим, последующие ваши жизни. Давайте сейчас выпьем за то, чтобы, во-первых, собрались здесь вместе и начнем уже наш праздник. Хорошо? Давайте за вас, ребят, за девушек, за молодых. Девушки хотят пожелать что-то своим одноклассникам, ребятам? Я хотела бы пожелать нашим мальчикам, чтобы они всегда оставались такими, как они есть, без них не будет нашего 11 мая. 20 тоже. Ребят, за ваши 11 пожалуйста, все вместе. И мальчики, мы вас тоже за вам. Вы лучшие, вы самые хорошие, самые красивые. Смелые. А чем проявляется смелость ваших? Ясно. А какие вообще ребята, чем? Красивые. Вот, хорошо, красиво. А еще как мы скажем? Хитрые. Обаятельные. Обаятельные. Самые лучшие. Самые лучшие, самые надежные. Самые послушные, самые исполнительные, самые трудолюбивые. Толстая тетрадь с надписью. По ней можно узнать, что владелец работает начальником над учителями. Толстая тетрадь с надписью. По ней можно узнать, что владелец работает начальником над учителями. Нет, еще. Предмет круглой формы, но в спортзале не используется. Пестренький крутится. С помощью этого предмета можно путешествовать, не имея доллара в кармане. Так. Есть. Предмет для битья руками, ногами, головой, всеми другими телом. Предмет из тонкого стекла, причудливой формы, в нем часто бывает жидкостью и жидкостью, употребляемой внутрь. Так, дальше. Устройство, измеряющее не только силу тока, но при желании количество энергии. Квадратное. Полтора метра. На шее одного из учителей, дающего 100 очков, идет господину Калинину.
Да, правильно, сантиметр. Дальше. На машину с экранами получают информацию. Дискета. Небольшой предмет в пластиковой коробочке, на котором записано то, без чего не обходится ни один концерт в вашей школе. Правильно. Артем, мы аплодируем Артему и наполняем нас вопросами. И хочу сказать, что у нас в преддверии уже праздник 8 марта, то есть праздник наших красивых, ваших красивых, очаровательных одноклассниц, девушек, поэтому я сейчас хочу предоставить нашим ребятам. Класс, это вообще уникальный класс. Надо чтобы поискать. Ну и, конечно же, украшают нас девушки, которые тоже выделяются кто одеждой, кто умом, кто чем, кто ростом, кто... В общем, я хочу сказать, что во всем, не только наш даже могу класс назвать, что любой класс чем-то выделяется. Наш класс является нами и девушками. Девушки, особое внимание, это все, это, пускай даже, украшение. Так что, уникальные, красивые. Особенно. Уникальные, красивые, особенные. Самые лучшие. Самые лучшие. Даже это я подразумевал. Опять, что вы самые лучшие. За вас. Слов нет, честно. Ники на доске пишет кисточкой и цветными чернилами. Да. Верите ли вы, что в Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? Нет. Так, правильный ответ – да, пока мальчишки больше. Правильно, Батуба! Да, верите ли вы, что применялось только военными летчиками? Нет. А девчонки не верят? Я верю. Ребята, да или нет? Да. Да, поначалу да. Правильный ответ у нас да. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющих обыкновение грызть, что попало. Да. Ребята, а вы нет? Верю. Правильный ответ – да. Правда ли? Ребята, правда ли, что пауки питаются собственной паутиной? Нет. Пауки питаются собственной паутиной? Нет, да? Или да? Нет. Правильный ответ – нет. Самых умных, самых крутых. Кто самый ярик? Серега. За самых симпатичных. Самых. Что у нас есть? Мы тут. Может, так же, как мы тут.
Марина! Леопард? Да. Попугай. Тихо.